Анонс и точная дата выхода третьей серии нового комедийного сериала «Проект Анна Николаевна. Начало». Третья серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 4 января. Напомним, по сюжету сериала новогодняя серия народной sci-fi комедии проекта «Анна Николаевна» перенесет зрителей в конец 2012 года, когда, согласно календарю мая, должен будет наступить конец света. В канун праздника у майора Пожарского срывается свадьба, а над корчмой пролетает НЛО, который со взрывом приземляется в лесу. Расследовать происшедшее присылают Антона Николаевича Королева из Москвы, опытный образец андроида-полицейского, слегка недоработанный Антон Николаевич, хоть и ведет себя необычно, внешне ничем не отличается от людей. Вскоре становится понятно, что его создатели немного перемудрили с настройками. Новый робот-полицейский на самом деле вовсе не мужчина. Напомним, третья серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 4 января. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.